Да, самое главное, что нам сообщили, что у нас стрел мало, да? А стрелы это ж наше все. 33 маловато будет. Ну ладно. Я его проскочил. Зато нашел железочку. Да, я нашел железячку. В общем, в эту местность можно, получается, сходить несколько раз. Мистия, ты должна помочь мне. Должна? Если ты чувствуешь, откуда ветер дует, да. Я слушаю. Я финский изгнанник. Уверен, глядя на меня, в это трудно поверить. Но преуспевающий, способный сделать заманчивое предложение. А ты зришь в корень. Точно, точно. В чем дело? В моем брате Арнеусе. Он в плену у разбойников. На нас напали по прибытии. Видно, они почуяли запах наших денег. Мне удалось сбежать. А его посадили в клетку в порту, как зверя. И я должна спасти его. Доставь его сюда живым и здоровым, и я щедро тебе заплачу. Кто-то захотел прогнать тебя из Афин? Вообще-то этих кого-то было много. Нас с Арнеусом изгнали за один проступок. Мошенничество. Жулики. Демократ. Что ж, такова жизнь. Тебе это знакомо, так ведь, Мисте? Либерал. Что? Жизнь наемника не бывает честной, вот что. Но не бойся, я сохраню тайну. Следи за языком, старик. Я спасу Арнеуса. За плату. Да, да, конечно, вы, кефалонийцы, понимаете только язык денег. Да тебя за что выгнали? Я не кефалонийка. В общем, да, получается, в этой местности можно несколько раз ходить, зачищать, выполнять задания. И это есть достаточно приятно. И я знаю, где лучник. Я могу даже показать за отдельную плату. Кто-то лежит. Похоже, мертвый. Туши! Потушите меня! Пандараса подранили. Эх, убежал. Не, не убежал.
Ну, тоже хорошо. Ну, стрел надо много. Наверное, часть придется добивать все-таки вручную. Пожар, пожар. На нас напали партизаны. Ай. Да. Поступил нейтрально. Лучник там! Лучники! Прячь! Драгоценные стрелы. Ну все, дальше мы уже стрелы тратить не будем. Да, как-то интересно так полазило. Да нафиг он тебе нужен, брось, брось как. Облазить все, собирать покойничков. Да ну спрыгивай, да ну. Там местами вот эти вот затыки начинают раздражать, когда то лезет куда не надо, то спрыгнуть не может. Стрелы потратили. Пятый огонь!
яблоко. Как они посмели тронуть меня? А ты возьми деньги за хлопоты. Хотя можно было и побыстрее. Меня нанял твой брат. О, я не сомневался в нем. Как быстро он нашел себе слугу. Внеси ясность. Если бы не деньги твоего брата, я бы охотно скормила тебя свиньям. Ну, куда он бил? Вперед. Держись рядом, молча. Да ну что ж ты как не родная, блин, а то залазишь везде, где угодно, блин, то я тебя заставишь куда-то. Вернись, ты не туда идешь. Нельзя терять время. Арнеус, мы снова вместе! Не точно, знаю, точно. Где ты нашел этих головорезов, но они справились. Очень мило. Но где мои деньги? Я видел, как ты копалась в моих сундуках. Считай это платой за свою спесь, Малака. О, она спасла тебя, Арнеус. Не надо. Я уже ухожу. Ну, как что-то. А Алексисом, когда я проходил, у меня хрень вышла с этим заданием. Я этого чудозвона спас до того, как получил задание. Вот. И в результате, хоть и получил задание его спасать, но, в общем, не получил я награды. Вышел такой маленький заглючик. Ну, дальше пойдем выполнять. Вот чего.